Человек с реактивным рюкзаком готовится к взлету прямо в павильоне центра Рональда Рейгана в Вашингтоне. Этот полет – одно из наиболее примечательных событий фестиваля инноваций «Будущее уже здесь», который проводится под эгидой научного журнала Smithsonian Magazine. Здесь были представлены научные и технологические новинки. С лекциями выступили писатели-фантасты и специалисты в передовых областях науки – от астрофизиков до экспертов в области робототехники. Испытатель демонстрирует новый персональный летательный аппарат. Организаторам фестиваля потребовалось на это разрешение Федерального управления авиации США, поскольку полет проходил в непосредственной близости от Белого дома.